Ребятки, сейчас пойду, вот сзади меня кости, неровности от трактора. Я их пойду разравнивать лопатой. Ну так скользко. А почему сидя? Дело в том, что недавно сделали операцию. Полгода, там, 6 месяцев. Делать-то надо. Сказал же это. Делай, чтобы я заебал. Усложняешь. Это не усложнение. Так как крючок не поставлю, то он уйдет. Картошка с вами. Ну вот чертой сейчас сделали, вот эту часть оставляем. Вот эту часть мы всю сажать надо. Проводим. Да, недавно спрашивал, как вообще вот землю проверять, готова она или не готова, как говорят, спелая или не спелая. Она распадаться должна, это комок, смотри, вот так нажмите. У нас земля и так чернозем. Во! Хоть пульки можно делать, глина. Еще рано. Сразу массаж сделай себе. Так, решаем. Галетка. Очень дорогой, блин. Так. А больше ведер нет у нас, да? Сбегать надо, что ли? Нет, что, знаешь, что сделать? Подожди. Вот так несет нам. Ну да. Так, хорошо, мешай. Орёс нам не хватит или... Хватит. Что на меня позади будет стоять? А который урожай можно снимать, да? Который у... Ну вот этот вот костер он, блядь, 3-4 раза. За год? Да. За лет. Хватит. Наверное. Вот знаешь, как все по-хорошему надо сделать? Надо высыпать все вместе. И помешать. Её на какую-нибудь посуду? Ну вот в один мешок. Ну по-хорошему, чтобы у нас все равномерно было. Или еще мешок принеси. У нас все равно же тут все на посадку, да? Да. А что на пол высыпать?
А так заебись вам. А потом у нас... Ну давай вот этот ведро, наверное, израсходуем тогда, да? Да. Попробуем. Оттуда соль начать. Вот прям. Сейчас. Костра, ты сколько пустил? Половину. Половина? Много, наверное. Ну, это, наверное, тоже половина. 50-50 будем делать? Да. Мичурины. Ну-ка. Вот сейчас посмотрим, насколько хватит это ведро. Ведро, да. Что, пойдем? Как это? А? Откуда начать? Как мог пройти? Вот так. Ну вот так же вот. Нет, а если... Вот, кидай вот здесь вот сейчас. Нет. А? Оттуда? От тебя? Оттуда, говорит, сюда идти, Валя. А? А понял. А ты сейчас где будешь проходить? Ты где пойдешь? Там? Давай будем сейчас. Потом лопаты. Давай кидай что. Ага. А сейчас потом здесь задом развернешься, наверное, здесь вот. А я отсюда. Вот так пойдет? Вот. Вот сейчас вот здесь, наверное, сзади, да, смотри? А? Сюда кидай вот зад. Ага. А что мне? Давай, все. Вот сюда. Вот это попробуй до конца растянуть, наверное, да? Так, сенсационная новость. Решили, короче, не культивировать землю рыхлителями, то есть здесь трактором прокультивировали, сразу сеять и проходить рыхлителями. Вот так вот, точнее, процесс. Вон туда, да. Вот здесь тоже всякие немножко. Столько. Помешай. Видишь, это внизу.
как было по полмешка. Короче, замучились месить. Надо было сразу. Например, сейчас я не смогу понести. Сколько килограмм покупали, батя? 15. 15 килограмм и, наверное, столько же, наверное, этого, да? Всё. Овса было. Ну, они осталось. С овсом, да. Ну, хватило. Осталось? Да. Осталось теперь только ждать всходы. Закультивировать. Наверное. Все, ребята, на этой ноте, наверное, будем закруглять эту часть этого фильма. Вот. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, комментируйте, учите нас уму-разуму. Всем пока.